Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Tab 5 включить ночной режим. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку режим чтения. Тыкаем по ней раз, можем переключать данный режим. Держав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем включить режим классика или же режим бумага, который, скорее всего, еще дополнительно нам как-то там это зрение улучшает. Можем изменить его цветовой тон. И можем использовать его по расписанию. Можем выбрать время начала расписания и время его окончания. Такие дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.